Трехпредметный комплект фирмы «Леди», номер модели 3303. Комплект состоит из жакета, блузы и брюк. Жакет полуприлегающего силуэта, он шалевым воротником. И также он декорирован съемной брошью. Застегивается жакет по полочке на одну петлю пуговицы, и пуговица обтянута основной тканью. Также в жакете есть два функциональных кармана с клапаном. Жакет на подкладке, ткань жакета не тянется. Рукав точной, укорочен 3/4 к низу, рукав слегка расширенный. По спинке средний шов. Также в комплекте с жакетом идет съемный пояс. И пояс выполнен из основной ткани. Блуза прямого силуэта, она с круглым вырезом горловины. И полочка блузы ровная, без швов. В боковых швах блузы небольшие разрезы и полочка слегка короче спинки. Блуза без подкладки, ткань не тянется и слегка светится. Рукав цельнокроенный, укороченный. И по спинке средний шов. Брюки классического кроя слегка зауженные к низу, также брюки на проточном поясе, в поясе шлевки для ремня. Боковой швах брюк, функциональные карманы с листочкой. Брюки без подкладки, ткань брюк не тянется. И застегиваются на пуговицу и молнию. Если вам понравилась данная модель, вы можете заказать ее на нашем сайте nashamoda.by.